Сегодня в Красноярске вновь чествовали победителей и призеров игр в Сочи. На этот раз подарки красноярским спортсменам вручил глава города Ильхам Акбулатов. Щедрое денежное вознаграждение в размере 1 миллион рублей каждому представил меценат Хазрет Савмен. Подробности в сюжете далее. Очередной приятный сюрприз сегодня преподнесли красноярским героям Олимпийских игр. По миллиону рублей от мецената и почетного гражданина города Хазрета Савмена. Озолотевший в Сочи бобслист Дмитрий Труненков столь щедрому подарку даже приятно удивился. Дмитрию Труненкову вручается сертификат на денежную премию. 1 миллион рублей. Уже супруги знают. Конечно, жизнь изменилась. Во-первых, сбылась мечта. Это золото, это в нем столько труда, столько работы, и моя мечта сбылась. Впереди 8 марта, уже подумали, как будете поздравлять любимую девушку? Это уже подарок огромный. Это для меня огромный подарок, и я уже не мечтаю ни о чем. Николай Люнин приехал на чествование главы всей семьей. Все бодрые, веселые, довольные вниманием и, главное, успехом Коли. Сам спортсмен еще неделю назад, лишь мечтавший об отдыхе, уже немного передохнул, набрался сил и теперь снова рвется в бой. В течение 2 дней все устаканилось, успокоилось. И хожу по магазинам спокойно, никто не узнает. То есть все обычно, это так же жизнь. И я этому очень рад. Через 3 дня улетаю на Кубки мира. Вот, и все, опять начнется спортивная жизнь. А вот звезда скелетон Александр Третьяков за выходной успел не только отдохнуть, но и сменить прическу. Хотя, говорит, даже со сменой имиджа на улице все равно узнают, просят автографы и фото на память. Саш, на улицах больше узнавать стали, нет? Ну да, узнают. Частенько. Прятаться под капюшон там не приходится? Пока нет. Целых 2 дня дома посидели, а ночью улетаю дальше. У меня еще чемпионат России впереди. И только потом, может быть, если нам кто-нибудь даст отдохнуть, то, скорее всего, отдохнем, съездим куда-нибудь. Сильно переживали? Да, конечно, переживали. Эмоции были на грани. Ну, что ожидали, то получили. Медальку привез. А вот еще несколько героев Олимпиады из-за соревнований приехать на чествование не смогли. Среди них супружеская чета Вик Уайлд и Алена Заварзина, а также Евгений Устюгов. За теперь уже двукратного олимпийского чемпиона пришлось отдуваться его родителям, правда, в хорошем смысле этого слова. Сегодня Женя улетел на этап Кубка мира. Осталось 3 этапа по клику. Дальнейшее будет чемпионат России и, скорее всего, на гонке чемпиона выступит. Сергей Кудавков, Дмитрий Яковлев, Афонтово. Новости.